Добрий день. Еще один этап наполовину сделан по созданию взломостойкой двери. В прошлом видео я показывал внутренний каркас. В этом видео рассмотрим наружный лист стали, приваренный к нижнему каркасу из ребер жесткости и внутреннего листа. В данной двери был использован стальной лист горячекатанной стали толщиной 3 мм. В этом листе, я предварительно сосчитал, было просверлено 250-258 отверстий диаметром 10 мм. Все эти отверстия сделаны по разметке напротив сетки из ребер жесткости и по периметру. После чего лист приваривается к внутреннему каркасу в определенной последовательности в два этапа. То есть сначала приваривается половина сварочных, делается половина сварочных соединений. На втором этапе смотрится, насколько на двери появились какие-то деформации, с помощью сварки и определенных, скажем так, методов, которыми обладают сварщики, будут эти деформации максимально, насколько это можно, устранены. Какая вообще функция и какое назначение наружного листа стали и связки наружного и внутреннего листа стали с ребрами жесткости в двери, которая рассматривается как защитная. Связка из двух листов стали создает в двери основной показатель жесткости. Ну, имеется в виду сварка двух листов стали с каркасом из ребер жесткости. Даже если мы будем использовать два очень тонких листа, связанных в принципе с нетолстым каркасом, то показатель жесткости все равно будет большой за счет того, что создается коробка, четырехугольный замкнутый контур, который будет даже с тонкими листами иметь показатель жесткости. Показатель жесткости двери, он важен при рассмотрении различного рода атак. То есть я вот подготовил такую полипропиленовую заготовочку, чтобы показать. Если дверь очень жесткая, то ее невозможно деформировать, ну, вернее, возможно, но надо приложить очень большие усилия для того, чтобы деформировать ее. Вот как я не могу просто взять и согнуть очень жесткую пластину. А в двери это, конечно, намного больше площадь. И если дверь не будет жесткой, у нее она будет деформироваться вот таким образом. Это приводит к тому, что когда дверь держится на петлях, на антисрезах, на замках, если у нее, допустим, нету тяг или какие-то углы ослаблены, или производится атака, где, допустим, верхняя тяга будет перерезана, и там, допустим, девиатор или какое-то используемое устройство, и в нежесткой двери вот этот угол, его можно будет отводить для того, чтобы заводить под него какие-либо инструменты и дальше уже выламывать, идти потихонечку к замкам, выламывать и производить вскрытие. Так вот, связка из двух листов с ребрами, она создает очень большой показатель вот этой жесткости. И даже если дверь будет закрыта где-то в одной точке, то прилагая усилия на дальние от этой точки углы, это ничего не даст. То есть не даст, потому что будет задействована вся жесткость. Далее толщина. Толщина листов, она влияет на скорость атаки. То есть, естественно, в двери можно использовать толщины стали, ну, которые предусматривают вообще в принципе занос двери, установку двери, пользование дверью. То есть можно установить 5 мм лист, 10 мм, 20 мм. Но вообще, когда производится дверь, все упирается в бюджет,
который расходуется на эту дверь, и целесообразность использования. Так как мы делаем в основном квартирные двери, то есть двери, в которых, которыми пользуются женщины, дети, пожилые люди и пользуются ежедневно, то комфорт, конечно, он очень важен, поэтому толщина стали, то есть прямо влияющая на общий вес конструкции и в целом самой двери, это компромисс. Компромисс между взломостойкостью и удобством. То есть и заказчик уже при консультации определяется, какие характеристики для него будут важнее. То есть не увеличение бюджета с увеличением характеристик и более увеличенной сложностью пользования дверью, ну, либо уменьшение веса в пользу удобства и уменьшение бюджета. Все это делается на, все это определяется на стадиях консультации, разработки, определения конструкции и всего остального. Далее хотелось бы рассмотреть такой вопрос, как вся плоскость листа. То есть дверь, если мы рассматриваем ее как защитную конструкцию, тут можно при выборе увидеть, ну, у различных производителей, в различных описаниях можно увидеть какие-то цифры, которые определяют, как правило, определяют толщину стали, но не указано толщину стали чего конкретно. То есть, в принципе, ну, на примере, да, я могу написать в описании характеристики данной модели, что сталь двери составляет 33 мм. И, в принципе, если рассмотреть это все детально, то это не будет обманом, потому что в замковой зоне перед корпусами замков будут идти 4-5-миллиметровые закаленные пластины, дающие 20 мм. Потом будет идти 13 мм стальной незакаленной конструкции. Это нам, вот, нам уже это дает 33 мм перед каждым замком. Но в части, которая находится, допустим, здесь, это будет 7 мм стали насквозь, потому что 3 мм лист, под ним лежит 63 мм 4-миллиметровое ребро. Это 7 мм стали. Если насквозь смотреть, еще лист внутренний 2 мм, это уже 9. Если посмотреть в этой точке, это будет 3 мм плюс 2 мм внутренний лист. То есть в каждой точке двери концентрация стали, она будет разная. Если дверь делается на пулестойкие характеристики, там это как бы опция, ну и вот эта характеристика общей толщины стали в любой точке, она очень важна, потому что на пулестойкость испытывается каждая отдельно взятая часть двери и рама, и другие сегменты. Но если мы смотрим на взломостойкость, то, как правило, в двери есть зоны, которые при атаке бессмысленно атаковать, есть зоны, которые при атаке чаще всего атакуются, есть зоны, которые могут атаковаться, скажем так, предвидимо. Поэтому, как правило, в двери самая усиленная зона – это замковая и петлевая. Ну, петлевая зона в тяжелой двери, она должна быть усилена только для того, чтобы держать геометрию и исключить какие-либо просадки в будущем и какие-либо дефекты, связанные с пользованием дверью. Далее, вот это вот расстояние между сварочными точками. В принципе, для создания жесткости, которую я показывал, имеется в виду вот такой вот жесткости, когда дверь не гнется вертолетом, было бы достаточно и четверти вот этих всех соединений. То есть, в принципе, можно было закрепить
буквально вот разбросать около 100, даже не 100, около 50 сварочных швов по всему вот этому периметру. И жесткость, в принципе, она бы как бы общая, она сильно бы не отличалась. Но так как дверь защитная, в ней предусмотрена атака в какие-то сегменты отдельно, ну, отдельные от замковых. Поэтому, если, допустим, убрать часть сварочных соединений, то в конструкции образуются окна, через которые будет намного проще атаковать, допустим, чем через замки. И в таком случае уже атака, если она действительно атака, если она готовится, то она будет именно направлена в самую слабую точку. Поэтому для того, чтобы уравновесить вот эту вот очень мощную замковую зону, в которой концентрация стали 33 мм, ну, будем говорить о обычной стали, в которой концентрация стали 13 мм, и, допустим, вот этот сегмент, в котором концентрация стали насквозь всего лишь 5 мм, для того, чтобы это уравновесить, как раз делается вот такая вот частая сетка, потому что, вырезав какой-то определенный сегмент, все окружающие сегменты будут удерживать его от какого-то вырывания и извлечения. Ну, хотя, опять же, это если рассматривать с точки зрения сертификации, где для того, чтобы не выполнить условия взломостойкости, нужно, скажем так, в течение 20 минут двери не выдержать вырезание какого-то сегмента, в который потом может быть заведен определенный шаблон, который, если не ошибаюсь, имеет 30 на 30 сантиметров, либо цилиндр. Но в реальных условиях такое окно, оно, в принципе, ну, вырез такого окна, он ни к чему не приведет, потому что в него максимум можно будет засунуть руку, но не проникнуть человеку полностью. Ну, хотя, если рассматривать атаку и знать, что там внутри стоит барашек, или дверь можно открыть с внутренней стороны, засунув руку, то, конечно, тогда целесообразность вырезания определенного окна присутствует. Ну, и следующий момент, это если люди закрывают не имущество, а за такой дверью, скажем так, закрываются сами, тогда, конечно, рассматриваются варианты того, чтобы это окно можно там как-то навредить людям, находящимся внутри, ну, не знаю, запустить газ или какое-то взрывчатое устройство туда бросить. Ну, такие, то есть, двери производятся с защитой и от таких, скажем так, методов. Что еще? На следующем этапе будут к двери привариваться петли, дверь будет открываться, проверяться, далее будут привариваться наружные усиления 6-миллиметровые, в них там будут интегрироваться еще дополнительные защиты. Ну, соответственно, будет до конца доварен наружный лист, и тогда будет снято следующее видео, в котором мы поговорим уже на, скажем так, раздетой двери, поговорим о ее защитных характеристиках уже в плане полотна и рамы отдельно. На этом на сегодня, пожалуй, все. Спасибо.